Теперь мы доберемся до семерки, а не в Гаване. Там же гражданская война. Линч, они зарабатывают военными переворотами. После Гаваны они хотят уйти на пенсию. А с чего это им вдруг на пенсию? Все рано или поздно уходят. Даже мы с тобой уже староваты для этого бизнеса. Я нет. Ладно, ты нет, но семерка точно. Им нужно где-то скрыться после всего, что они натворили. А, жена всегда хотела съездить в Гавану. Говорила, там красиво. Поверь мне, это не так. Ну а теперь и мы отправляемся в Гавану, черт! Да? На черт! Поиски семерок. У меня кровь из ушей! Я так долго не выдержу! Вставай, вставай! Мы идем внутрь, ну! Сейчас ты нас всех угробишь, идиот! Да, а сейчас. Мне плевать! Моя задача достать семерку! Так, это все наши, да? Ладно, мы почти на месте. Подкрепление ждут прямо за церковью. Кейн, нам нужен привал. Нельзя. Обещаю, сегодня мы убьем семерку. И сегодня ты получишь свою награду. Пошли. Тапо, он прав. Если мы остановимся, мы трупы. Так, где эти минометчики-то спрятались? Черт, я ранен! Да мы все ранены, не поверишь. Минометы стреляют. Так, идем. Черт, я тяжело ранен. Черт, я тяжело ранен. Алсио! Давай сюда, козлина. Сам козел. Мне нужна помощь. Сам козел, понял? Да блин. Да ёп. Нет, стойте, дайте. Что же нам никто не помогает, а? Ну почему вы не давите, а? Да мне насрать, кто ты, медсестра или кто, блин. Ну, блин, убивайте хоть кого-нибудь, а. Я не могу один всех гасить. Что, ты вместо М-ки берешь РПГ-8? Серьезно? Смешно. Повстанцы, что ли? БТР. Да что такое? Ну как он попал-то? А ну ты сидишь же за укрытием. Ну почему? Сейчас можно сдохнуть от передоза.
Банси. Осторожней. Передоз адреналина тебя убьет. Да... Баран, ой, баран, а. Ну почему ты не можешь прижаться нормально к укрытию, дебилой? Ты, а что ты этот ножик с собой таскаешь? Чтоб себе по горлу, что ли, прорезать, когда ты сдохнешь, блин? Не в нужное время, что ли? Дебил. Эти бараны стоят, смотрят, блин. Да возьми ты этот... Боже мой, как же больно! Господи! Что, козлы, мне помогите. Никто не поможет! Сам ты козел, блин. Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Я думал, так разорвется. Здорово! Где тебя носило? Я быстрее не мог. Сколько вас осталось? Много! Мы готовы! Двигаем! А, вы решили власть сменить. Нифига себе, вот это отделение. Так, и чё, куда идём-то? Так, подожди, куда нам идти? Сюда, что ли? О. Там, походу, вертолет, да? Ненавижу этот. Да ёб твою мать! Блин, вы будете хоть кого-нибудь стрелять, но хоть как-то помогать, а? Берёшь ли ты эту женщину? Жены... Прикончим, да? Я ещё живой? Лучше мишенью не работай. Эта дрянь может убить. Вот почему вы его не убиваете, а? Чего вы на него смотрите? Понял. Ой, блин. Калаш куда точнее, чем все остальное оружие, которое тут есть. Черт, у нас так скоро никого не останется. И что? Я-то что сделаю? И не лезь на открытое место! Черт! Надо найти укрытие! Мы или драпаем, или деремся! Что выбираешь? Так, надо что-то с вертолетом делать. Блин, да откуда кто, сука, лупит, а? Я просто, у меня вообще со всех щелей меня просто расстреливают, просто везде мне наносят урон. Вы дебилы, хоть немного будете помогать-то, а? Да в каком укрытии? Дайте мне автомат, сука, нормальный, блин. Да сядь ты, блин. Так, где он? Нахрен. Блин, где автомат АК? Поджарим их. Блин, эти с эмками. Пошли! Понял. О!
Охренеть. Да какое дерьмо, блин, а? Что с этим вертолетом-то делать? О, жесть. Да сколько вас тут, а? Патроны. Если нужны патроны, у меня есть. Да, блядь! Да, понял, уже иду. Ай, сука, помогите мне, пожалуйста, а. У кого-нибудь есть патроны? Патроны дайте, ублюдки, чё сидите-то, сука? Вот, держи. Мало того, что не кройте ни хера, не давите, как стоите, как бараны, и смотрите на кого-то. Хоть немного бы что-нибудь полезное делали. Толпоящеры, сука. Укрытие! Да ну нахер, какой тут вертолет. Да что, сука, такое-то, а? Какая мразь мне вот в спину стреляет? Чего вы стоите, смотрите, дебилы, блин? Машина взрывается, им покер о нем. Как стояли, так и стоят. Пошел ты, блин. Охереть, блин. Сюда! Да. Да, плохо. Дебилы, дело. Просто дауны, блин. Что, вертолет отразбился, что ли? Или мне кажется? Надо убрать баррикаду. Так. Не, забудь, я туда не полезу. Мне не а как мы его уберем? Да, Ритик прав. Все окей, ты нарвался. Больше ты мне не командир. Отмените свои оба и тащите свои задницы внутрь. Ну! Окей, слушайте. Мы с Линчем вылезем на крышу и посмотрим, что можно сделать. Так-то лучше. Хоть раз сам сделаешь свою грязную работу. Остальные собирают все подкрепления, какие есть, и ждут моего сигнала к атаке.